коллеги предлагаю, если у нас действительно будет этот мост, назвать этот мост, провести референдум, мост имени Черныша. Первый, кто сегодня поднял этот вопрос из всех депутатов предыдущих. Нет, я сейчас... Госдумы хоть, ЗАГС собрание. Вот я вам скажу на этот вопрос, в ответ на эти все решения Русал предлагает этот мост назвать Олег Владимирович Дерибаски. Вот видите, какие у него. Дерибаски, да.